Российская империя, СССР, Российская Федерация. Эти ордена и медали не просто кусочки металла. За каждой из них стоит подвиг и интересная человеческая судьба. Многие награды и документы давно хранились в фонде музея или национального архива, а некоторые принесли родственники награжденных. Например, свои медали и памятные подарки на выставку передал Леонид Потапов. Но самое ценное для меня, конечно, это начало моей трудовой деятельности на заводе и мои первые награды. Орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени. Конечно, это для меня самые дорогие награды. Хамбулама Дашидаржой Тегелов, герой Советского Союза Илья Балдынов, один из лидеров республики Андрей Мадагоев, писатель Даширабдан Батажабай – это люди, которые творили историю, культуру и славу Бурятии. Здесь найдется немало сокровищ для людей, дорожащих историей страны. Личные вещи героев, их портреты. Причем каждый из посетителей найдет что-то близкое лично ему. Например, для солдата наверняка много наград интересные. Ведь многие награды боевые. Если бы пришел солдат времен царского времени, наверняка ему была интересна награда. Самая дорогая – это Георгиевский крест. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Если бы пришел человек, который принял участие в Великой Отечественной войне, наверное, для него самой дорогой медалью – это было медалью за отвагу. Есть здесь награды и за достижения в мирной жизни. Их получали герои труда, матери-героини, лучшие люди России. «Обидно, что мы живем и не знаем ничего про своих прославленных земляков», говорят авторы выставки. А ведь подвиг, за который их удостоили высоких наград и званий, достоин того, чтобы о нем помнили. Софья Евдокимова, Александр Хамаганов. Новости дня.